взял, а может он есть, но ты не знаешь, где он просто. Ну потому что там все проклацал. Набери их, узнай. Может они, если не скажут нет, то тогда будем пополнять твоя подарка. Поехали, бах!
мотоцикл, я не понял. Они трубку не берут. Уже 3 минуты. 3 минуты уже ждут. Добрий день, мене цікаве таке питання. Якщо я підключаю модем, хочу поповнити його рахунок, а у мене немає при собі стартового пакету, я не пам'ятаю номер. Можна якось дізнатися його? Віктор, мене звати. Ну, можливо, пам'ятаю, можу продиктувати. 063-108-28-29. Так. Так, спасибо, я сейчас скажу до свидания. Скажу, Андрей, счастливо оставаться. Правильно? Приветствую. Нет, не факт, не точно, потому что, возможно, я вообще никого не оставлял. Это я просто продиктовал свой номер, но... Так, не... Ты сюда подойди, это скажи. С собой. Абонентский код. Сейчас посмотрю на секундочку. Сейчас скажу на секунду. Прямо на оборудовании. Так, смотрим. Нет, не сохранил. Через интернет же все выполнял, так и не сохранилось. Нет, это другой номер. Ну, смотрите, на оборудовании есть, как там написано, такой большой номер из 4 цифр, прямо на самом модемчике. Не, на модемчике на этом нет такой информации. В общем, под крышкой, сейчас посмотрим. Так, одну секунду. Ну, тут тоже много всяких серийных номеров. Модель, там потом made, какой-то много там букв и цифр. Потом. Ну там все английскими буквами, поэтому я не знаю, что из них, что из этих номеров это цифровой идентификатор. Понимаете? Нет, нет номера договора. Есть только модем при себе. Не помню. Без стартового пакета, в общем, не получится выполнить, правильно понимаю? Да, ну, не запускается, да. Ну, в плане, на этот, страница прогружается, там, где пишет «подключено», но сами страницы не прогружаются из-за того, что...
О, я в Харьков еду через Харьков. Пропускает, но там надо вводить логин, пароль, которого мне, когда я покупал модем, не давали. То есть я не регистрировался, ничего у меня нет. Пока наоборот. Сейчас посмотрю еще. Пока только я. Ну, в общем, тут этот абонентского номера среди этого нет. Там всякие серийные номера модема самого, но это не абонентский номер. Батарея не вынимается. Это Huawei, там самый, который у вас самый был лучший, когда я покупал, не, там, меньше года назад. Там просто даже сим-карточку туда не вставляют, ничего там нет, просто вот, как-то прошивают его и все. Понял, хорошо, спасибо большое за информацию. Да. Да, все, спасибо, да, до свидания. Андрей, вообще не получится без номера. Нельзя без номера. Мне сказали идти в центр обслуживания узнавать номер. Сейчас, одну секунду. А вам? Есть, Дима! В зонтике хотя бы есть? Оп! В машине оставил. Здравствуйте. Андрей, так это не переодеваться? Да, я же переодеваться где-то. Надо? Я вроде посмотрел на тебя. Нет, да. У меня фото вот. Отлично! Ходим, смотрим! Ходим, Серега! Деньги, спасибо! Подожди, я занят. Опусти. Не, Витя, не пополняй, Витя. Че? Не пополняй это. Лицом не. Не будет трансляции? Сегодня нет. У нас в программе. Андрей. Если мне ее найти, найди. Один, вперед! Ты мне скидывал фото. Не, не, конечно. Андрей! Вить, телеграмме ты мне карту отдал на фото, помнишь? Да, да, да. У Горбенко просто леваки стали. Павлюк. Павлюком. Павлюк заезжал сейчас домой сюда там по телефону. Павлюк что-то заезжал. А папа ему говорит, блин, ты видел там Динамо Шахтёр. А Анатолий говорит, а, ты Горбенко. Делай! А, тоже рассказывал, да. Что? Павлюк? Он не говорил такого. Он сказал, что они там дебилы, выбежали с дебилой. 15 минут второго тайма. Паша, так, Леха. Давай, давай.
назад, назад. Правила поменяли. Чё? А чё не поворот? Это уже к ним вопрос. Может, кто-то сделал аномальные ставки на то, что не будет ни одного удара за игру. Ну, правда, счет уже 1-0 вроде как, по-моему. Я уже нашел. Ну. Возможно. А, вот это фиолетовый. Возможно. 2-2-4-0-8-2-8. 0-20, да? Ну конечно. 0-20 и я помнил, понимаешь? Не, все, ставка не сыграла, если поставили. Андрей. Андрей. Подожди, подожди. Оп. Бля. Серия. Бля. Нормально, ничего без плохого. Я в этом ничего плохого не вижу. Андрей, а что у тебя с интернетом? У тебя интернета нет? Нет. Нет. Ну да. А то ты на звонки в пол 12-го. Я говорю, ну слушай. Пол 12-го, когда заходим в такси, да? Да, повышенный спрос. Да там! Бей! Повышенный спрос. Так, так, к нему, Дим, Дим. Ну! Андрей, можно начинать? Так он, наверное, повербанк. Да я посмотрел, там полное. Ну все равно ж там у вас же две игры получается. Да, да, да. Я все подготовил. Подключать. Ну там, когда 30 минут останется, подключать. Андрей,
Можешь подойти, пожалуйста, палец свой дать? Ну надо типа проплатить на портмоне, надо палец. Давай, нет, оно просит именно типа палец. Чисто палец. Без пароля. Не, я нажал типа. Ну там типа вводишь номер карточки, оно тебя выбирает там снизу. Назад еще. Паш, вперед. Шире, просто. 12, блядь. Сука, ну, блядь, 12, спина, спина. Да, здорово, там. Что? Договори. Не знаю. Синие и белые. Они наши. Или это уже на мое усмотрение? Андрей, это на мое усмотрение? Да. Андрей, мне говорят 10:40. Меня разводят. Коваль пас, нарубай лагу. Сильный такой, массой дальше.
гривен на портмоне. Для разблокировки? 46-56. А что с ним не так? Так поярче. У него там просто автояркость стоит, походу. Порегулируем. Это максимально? Нет, он вообще не светит. А он у него был разряд? Да вроде нет. Что там сейчас не видно даже сколько зарядов? Нет, вообще не видно. Оно вообще черное. Вырубился что ли? Работает таптика. Андрей, я тебе телефон сломал. Кто? Фамилия кто? Андрей? Кто? Швец. Андрей, фамилия? Андрей, кто забил? Валенсия. Вот это. Есть, есть, да. Я их снимаю, да? Не, манишки в другом. Ребят, подходите.